Здравствуйте, дорогие друзья! В эту субботу, 2 августа, состоится два районных мероприятия. В 10 часов на стадионе «Урожай» состоится сдача нормативов ГТО. А вечером в 18:00 пройдет турнир по автозвуку. Участники будут соревноваться в четырех номинациях: замер звукового давления, самый низкий автомобиль, самый вместительный автомобиль и тюнингованный авто. На нынешний момент подали заявки 14 человек. Ждем ваших заявок до 18:00. 2 августа. В завершение вас ожидает дискотека. За диджейским пультом вас встретит Дейтин Дмитрий и Карен Акопян. Будем рады вас видеть на этих мероприятиях.